Итак, всем привет. Ну вот обещанное видео по похоте. Вот, то есть начали уже, посмотрели, как идет. Идет прекрасно. Если вы, ну вот по навозу, да. То есть по навозу он буксует без передка. Если выключить передок, начинается пробуксовка. Когда включается передок, тогда он идет без проблем. Уже спахали они несколько гектаров. То есть, в принципе, рекомендую, ребята, в принципе. Показал себя на ура, даже не ожидал. Ну вот, лемехи вот эти Одесса Велес. Ну и сейчас дальше покажу в работе, как он. Видим, что, в принципе, навоз и нагрузка большая, ну, здесь около есть, около 30 сантиметров. 26-28 где-то так и меряют. То есть, в принципе, нагрузка приличная. Но у нас очень сухо, земля очень сухая. Ну, в принципе, я думаю, без передка он сейчас бы на блокировку только ехал бы. То есть вы понимаете, что нужно было только блокировать, чтобы... Ну, и то, можно сказать, резина новая. То есть, если лысая резина, то передок только вообще. Мы сейчас попробуем включить без передка, показать вам. Вот сейчас включим передок. То есть мост очень помогает, видите? Я не думаю, что тут без передка вот. И это получается, он идет, ну чуть-чуть подъемчик есть. То есть здесь склон такой больше, он подъем как бы. Ну это свой огород, то есть мы стараемся спахать, чтобы на ту сторону было, чтобы в одну сторону только. Ну, в принципе, просится турбина. Нужна турбина, чтобы отдать ему чуть-чуть меньше свет на движку и оборотов побольше. Хотя он очень на ура идет.
Сейчас попробуем без передка. Обратите внимание, карданы. Кардан не крутится, то есть вот вы видите, как он идет. Без передка. Сейчас включаем передок. Видно, как он сразу пошел. Все-таки есть большой плюс. Потом поставлю уже турбину. Покажу, что он собой представляет с турбины. Там, где утоптано, там вообще нагрузка большая. Мне кажется, этот огород еще не был выворан так глубоко. Ну, хорошо запахивает, в принципе, вот настроен. Так что делайте, господа. Когда нужен юм с передком, ставьте, не пожалеете. Всем спасибо, всем пока.